Глядя на эту арену, зритель испытывает весь калейдоскоп эмоций. Вот, например, выползают опасные крокодилы и извивающиеся змеи. В голове только один вопрос – как же дрессировщица их не боится? Затем сюда выбегают забавные японские шпицы, которые катают друг друга на коляске, и смешные обезьянки, так похожие манерами на людей. Ну и какой же цирк без клоунов? Зрители покатываются со смеху, особенно когда в сценках задействованы их знакомые. Но самый запоминаемый номер – «Мертвая петля в железной сфере». Ее исполняют единственные в России девушки-мотокаскадеры без страховки и чьей-то поддержки. Дополняют эффекты лазерное шоу. Номер травмоопасен из-за того, что вокруг металл, мотоцикла, там техника можешь подвести, может, ну, человек ошибиться. То есть как раз мы через это и проходили. При покупке билетов детям выдаются картинки, которые нужно интересно раскрасить. Самые талантливые после шоу получают приз. А затем уже для всех дискотека на манеже и бесплатное фото с артистами. Нам мотоциклы больше всего мотошоу понравились. Мотошоу нам понравились, Боба, больше всего. И собачки, да, Боба? Дети очень рады, прям, не знаю, клоуном хохотали так. А у нас ребенок вот второй раз в цирке, но сегодня вот прям с восторгом смотрит. Очень понравилось. В преддверии Дня всех влюбленных и Дня защитников Отечества цирк решил сделать для зрителей подарок и снизил цены на билеты, чтобы как можно больше челябинцев увидели, как выглядит легендарный цирк. Галина Федорченко, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.